мотив сказки Волкова «Волшебник изумрудного города». Давайте продолжим наше путешествие. Там очень много круглых, всяких овальных, много синих цветов и соломы. И там стоит Гудвин. Такие вот красивые цветы. Ромашки и еще какие-то фиолетовые. Напишите в комментариях, как они называются. Здесь разукрашенные большие тыквы. Страны. Лицо какого-то ребенка. Ой, как. Ой, еще красные здесь цветочки есть. Тыквы реально настоящие. Даже белые, оранжевые, коричневые, красные тыковки. Их, они очень разные все. Даже зеленые. Очень разные. С другой стороны, лицо, наверное, Гудвина. Пошлите, продолжим наше путешествие. Вау! Большая арка и вот Вита. Тележка. А Викуля сегодня... Цветочки вокруг. Вот Красная площадь. Доказательство. Кто мне не верил? Вот вам. Вот еще одна тележка. Очень красиво тыква цветочком вырезана. Люди фотографируются, поэтому я по-быстрому показываю. Вот замок волшебника изумрудного города. Следующие. Много тыкв. Зеленый замок. Дерево. Фонари. Из тыкв и туда ставили лампочки, клёны, кустики. А там, рядом там красное, это исторический музей.
я вам покажу и потрогаю листья для вас. Цветочки вот тут. Его слетают часто. Ну, клен не настоящий, конечно. Только может быть, что настоящий. Еще клены. Цветочки, цветочки. Фонарик, фонарик. Фотографироваться не будем мешать. Следующая статуэтка, но я вам потом покажу. Тыква. Вот здесь комок сена, железный дровосек, еще кто-то, я уже забыла, не смотрел давно, и сама Элли. Следующая. Здесь тоже интересно, очень тыква вырезана. Здесь домики, забор деревянный. Разрезанная тыковка. И домики. А там сад. Там родители Эли стоят. Там огромные лыжи. Сейчас я обойду и покажу. Ой, надо с другой стороны обходить. Сейчас я вам покажу поближе. Скалы. О, там еще есть злая колдунья или баба-яга. Она вообще кто из них? Садись прямо сюда, на это. Здесь вообще красава. Садись. Вот такой вот домики, такие деревни у Эли. Пошлите дальше. Вот памятник маршруту Жукову. Ладно, пошлите дальше. А вон пугало Элис, железный человек и Татошка. Как я про него и лев. Вот лев, льва заметил. Здесь очень много тык красивых цветочков. Еще мы на улице Манежная. Золотая осень 8 сентября по 7 октября. Это программа. И тыквенный фестиваль будет. Короче, они дорогу в неположенном месте перешли. Там Красная площадь, а здесь Манежная площадь. Да, Басдурна. Сейчас в данный момент много людей, потому что
Сегодня суббота, 6 октября. Мы приближаемся к следующей статуэтке. Прямо. Это корабль. Будьте бы она в море посмотрела. Ну давай одну станцию проедем. И быстренько, давай сейчас папу догоним. Еще не прочитала. Кто прочитает, ставьте лайки. Быстрее. Сейчас я тебе с кораблем. Мы приближаемся к скалам, слону. Это не щука, это свет. Пошлите дальше. Походу, здесь только рыбу продают, потому что очень сильно чувствуется рыбный запах. Бедные рыбки все кровавые. Понимаете? Такой прикольный потолок. Сейчас мы посмотрим. Здесь рыжу тоже покупают рыбу. Много тыквы. Опять тележечка. Не поднимемся. Вот плохи на вкус. Мы перешли на площадь революции. Здесь можно покушать, отдохнуть, просто поменять, повеселиться.
Там что-то жарит, вкусненькое, как куриные крылышки. Молоко, кефир. Там горы, колбасу тут продают, шашлык, барбекю. Конечно же, не забудут про помидоры и ты. Строить и жить помогает, так было всегда, так думали и афроамериканцы, которые работали на плантациях, так или иначе, эти песни, которые там напевали, они все популярны, они до наших уже времен, они дошли в виде джазовых стандартов, и одну из них мы хотим сыграть для вас под ваш горный аплодисмент. Береза и рябина держит ветки.